На 81-м километре автомобильной дороги Кемерово-Новокузнецк 36-летний водитель автомобиля «Вольво» совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. После наезда на пешехода произошло опрокидывание автомобиля. Пешеход двигался в попутном направлении с транспортным средством темное время суток без света отражающих элементов на одежде. Водитель в последний момент заметил данного участника дорожного движения и, не справившись с управлением, не выбрал боковой интервал, совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель грузового автомобиля травмирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За текущий период 2023 года на территории обслуживания ОГИБДД межмуниципального отдела в Ленинск-Кузнецке произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В этих ДТП один человек погиб, и 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Причиной происшествия стали нарушения правил дорожного движения как водителями, так и самими пешеходами. 17 апреля на территориях Ленинска-Кузнецкого и Полысаева проходят специальные целенаправленные рейдовые мероприятия «Водитель-пешеход». В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции в период с 17 по 26 апреля проводят специальные целенаправленные рейдовые мероприятия «Водитель-пешеход». В период проведения мероприятия сотрудники госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением будут организовывать разъяснительную работу среди водителей и пешеходов. Особое внимание будет уделяться выявлению нарушений правил дорожного движения пешеходами, использованию светоотражающих элементов на одежде среди пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также соблюдениями водителями правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов. При проезде регулируемых пешеходных переходов также стоит быть предельно внимательными. В случаях, когда движение одновременно разрешено пешеходам и транспортному потоку, пешеходы имеют преимущество. Пешим участникам движения следует переходить дорогу только в установленных для этого местах, убедившись, что все водители вас заметили, успевают остановиться и уступают дорогу.